Глава администрации «Орла» Михаил Берников встретился с бобслеисткой Людмилой Удобкиной, единственной спортсменкой, которая будет представлять Орловскую область на грядущих Олимпийских играх. Очень многие были рады тому, что я попала. Там с утра начали названивать все, там, мы поздравляем тебя. Ну, как бы, да я думаю, почти весь город будет болеть. Многолетний тандем, разгоняющий Людмилы с пилотом Анастасией Тамбовцевой, распался, рассказала бобслеистка. Вместо нее поедет более сильный пилот Ольга Стульнева. В октябре на Кубке России Людмила уже опробовала сочинскую трассу и очень ее похвалила. Все лето спортсменки напряженно тренировались. Бобслеистки заявили, что намерены бороться за медали. И это еще сложнее, потому что груз такой ответственности лежит. Любая осечка, и это будет... То есть для нас 4-е, 5-е, 6-е место, это не будет результат.